соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из разных городов Башкортостана. Чемпионами в своих возрастных и весовых категориях стали Арберт Росляков, Илья Петров и Булат Ганиев. Кроме того, в копилке сборной города 4 вторых места и 4 третьих. Спортсмены были награждены медалями, дипломами и кубками. Все наши бойцы, по словам тренеров, показали хорошую технику, сильный боевой дух и волю к победе. Федерация карате Киокушинкай выражает огромную благодарность родителям спортсменов за помощь в организации поездки.